Всем привет, друзья мои, еще раз. Горячий Buenos Dias из Коста-Рики. Значит, у нас здесь очередная маленькая лагунка такая, небольшая, натуральная. Природный бассейн, образовавшийся в результате каскадов водопада. Мы находимся на райском полуострове, как я его назвал, в районе поселка Монтезума. По-моему, так звали какого-то бога. У ацтеков, если я не ошибаюсь. Значит, мы находимся в Центральной Америке и в определенной ее части, чуть севернее, чем где я сейчас, были когда-то ацтеки. И, по-моему, у них был бог на имя, по имени Монтезума. Значит, мы только что были с вами, я надеюсь, вы посмотрели соседний ролик, на большом водопаде, прыгали, ныряли, плавали, позировали. Там было много интересного. Вот туда по-прежнему идут туристки. Вот две блондинки пошли, значит, сумками на попе, на попах. Так, ну а здесь уже у нас заканчивается этот водопад, его нижняя часть. Я надеюсь, что все посмотрели, как я отважно прыгал и нырял с водопада и даже пытался в него залезть прямо внутрь. Можно зайти внутрь водопада, так сказать, в стену, сквозь его струи. Я это все сейчас испытал. Водичка прохладная, освежающая, но очень-очень животворящая, я бы сказал. Место это просто обалденное, душещипательное и просто невероятно красивое. Вот мы видим одну подругу, которая просто развалилась и что-то читает у себя в телефоне. Видите? Девочка лежит просто на камнях, отдыхает. Как тут не поотдыхать, спрашивается. Друзья мои, я гуляю по планете уже, скоро пойдет 10-й год. Буквально через неделю примерно он начнется. Безостановочных моих странствий. Я посетил уже больше 100 стран. И впереди еще большее количество. Поэтому подключайтесь, пожалуйста, к этому каналу. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики, делайте их черного цвета. Делитесь роликом с друзьями и пишите свои теплые, позитивные комментарии внизу под роликом. Так, вроде бы ничего не забыл. Горячий латиноамериканский привет из Коста-Рики. Простите, от такой красоты просто язык заплетается. Впереди много интересного. Всех целую, обнимаю. Родным привет. Увидимся на краю света.